Привет, я Катя, мне 18, и да, я живу в Праге. Я приехала сюда из Киева чуть больше, чем полгода назад, благодаря MSM Академии. Приехала совершенно случайно, просто так, оп, и выиграла Олимпиаду от MSM. И благодаря этим ребятам теперь у меня есть шанс жить здесь, учиться здесь, познавать новую культуру. Сама Олимпиада, собственно, была довольно интересная. Хотя бы первая часть — написать эссе о том, чем отличается образование Чехии и Украины, почему, собственно, мы так рвемся ехать в Европу, в эти университеты. Потом был тест по английскому, потом был тест на знание Чехии, который, скажем так, был как обухом по голове, потому что, черт побери, что я знаю о Чехии? Прага — столица, гора Снежка. Все. Тем не менее, это было здорово. И, насколько я знаю, все ребята, даже те, которые не выиграли главные призы, были довольны, что поучаствовали. И много из них таки поехало по MSM в Прагу. Я приехала по годовой программе на курсы притча ВУТ. Чешский, английский, немножко математики в конце. Курсы каждую неделю, и курсы довольно интенсивные. Если ты действительно хочешь выучить чешский, ты сможешь его выучить благодаря этим курсам. Преподаватели мне нравятся, толерантно к нам относятся и действительно помогают нам. Это создает такую комфортную атмосферу для обучения и создает мотивацию, чтобы улучшать себя. Ребят, возможностей развивать себя много. Стран, куда ехать, городов много. Я влюбилась в Прагу. Я действительно благодарна MSM, потому что если бы не было той Олимпиады, если бы я не выиграла ее, я бы сюда не поехала. Просто хватайтесь за возможность, какая бы она ни была, едьте, делайте. И ловите кайф от солнышка каждый день.